Всем привет! Сегодня у нас на обзоре обновленный пульт для квадрокоптера DJI Phantom 2. И мы рассмотрим основные отличия от предшественника и улучшения. Первое – это абсолютно новое управление подвесом. Сейчас оно осуществляется при помощи вот такого джойстика. Вы управляете одним пальцем, что очень удобно. Управление более мягкое, точное и плавное. В этом пульте новая система питания. Это литий-полимерный аккумулятор емкостью 2000 мАч. Он вшитый в заднюю часть пульта. Заряжается при помощи обычного мини-USB. Индикатор заряда батареи. Отображается зеленым светом. 4 деления. Легко и понятно. Есть фиксатор джойстика газа в нижнем положении. Это своеобразный круиз-контроль, при помощи которого вы легко опустите квадрокоптер с большой высоты, не применяя никаких усилий. Он сам будет спускаться, пока вы не отключите круиз-контроль. На задней крышке пульта, под этой бумажкой, не хочу просто снимать ее, находится тренерский порт. И при помощи кабеля вы можете подключить пульт к компьютеру и, скачав симулятор на компьютер, пробовать управлять моделями, сидя у себя дома. Это будет очень полезно тем, кто еще боится вылетать на реальном коптере, но хочет подучиться в управлении. Также у нас есть регулятор мощности сигнала пульта. И по умолчанию он стоит посередине где-то. Я его подкрутил максимум вправо, и сейчас он удает где-то 1 ватт. Ну, дальность управления до 1 километра. На этом пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем видео мы рассмотрим режимы CL и HL, а также как ими пользоваться. Ну что ж, до новых встреч. Пока-пока.